Торговая марка «Восточный кораблик» предлагает коллекционный чай лучших сортов. Первую коллекцию представляет Ассам, фаворит индийского чая. Он отличается медово-солодовым вкусом и способен пробуждать организм ото сна не хуже кофе. Этот сорт особенно любили и любят англичане. Они называли его «брекфест». Чай для завтрака. Гурманы оценят крупнолистовой чай, а также среднелистовой флавери пикои, собранный из нежных молодых листочков с добавлением типсов, не распустившихся почек чайного дерева. Мы как-то попробовали чай «Восточный кораблик». Пробовали первый раз индийский, а теперь хотим попробовать цейлонский. Всем членам семьи понравилось, и поэтому решили пробовать другой вкус. Очень насыщенный вкус, разнообразный. Любые, какие хотите, выбирайте. Очень вкусный чай. Коллекция номер 2 – цейлонский чай. Это самый качественный и ароматный чай на планете. Его терпкость порождает приятное послевкусие. В упаковках также крупнолистовой и среднелистовой, вот только в отличие от индийского, в изготовлении пикоя используются цельные молодые листочки чайного дерева. Именно они позволяют донести истинный аромат. Не такая раскрученная, как индийская или цейлонская, но уже заслужившая уважение у чайманов непальская коллекция. Про этот чай можно говорить часами. Во-первых, на рынке это большая редкость. Этот чай вырос в суровых условиях, окутанных тайной гималайских гор. При этом обладает особенно нежным тонким ароматом. Он отлично подойдет для тех, кто любит заварку покрепче. Специалисты утверждают, что пара чашечек в день прекрасно выводит токсины, борется с лишним весом, уменьшает вероятность инфаркта и инсульта. Продолжать список можно очень долго. Нужен экспресс-вариант для похода или перекусов на работе. В каждой коллекции есть пирамидки для скорой заварки. В нейлоновых пакетиках чай и только чай без добавок и ароматизаторов. Он не горчит, не кислит, поэтому особенно нравится детям. Чай торговой марки «Восточный кораблик» поступил в продажу торговой сети супермаркетов «Кредо». Так что ищите на прилавках и спрашивайте у продавцов. Лариса Юровская, Артур Горжанян для программы «Эксперт».